Привет всем! В этом видео я хотел поделиться опытом по устройству стяжки на балконе. Проблема в том, что это открытый балкон и закрывать его не планируем. За несколько десятков лет здесь существует стяжка, разрушилась. Здесь была плитка и под плиткой стяжка. Я демонтировал плитку, которая уже вообще не держалась, просто поддевалась и она слетала. Здесь она вся разрушена. Мелкие кусочки. Это не из-за того, что я их бил, а из-за того, что со временем она пришла в негодность. И проблема с самой стяжки. Также из-за нескольких циклов замораживания оттаивания, так как она находилась на улице, она вся разрушилась, полопалась. Все здесь превратилось в труху. Проблема в том, что толщина старой стяжки более 10 сантиметров. То есть по правильному это все надо демонтировать и делать новую стяжку. Но я думаю сделать по-другому. Я пройдусь по стяжке, рыхлые участки подниму, где можно. То есть, вот она. Это все уберу. Здесь я хотел дойти до основания стяжки, но не получилось. Дальше она как бы крепко уже, это стяжка или, ну да, это раствор, на который положили плитку. И в планах у меня потом сделать стяжку, цемент, песок, плиточный клей и плюс фибра. Полиэтиленовую фибру вместо сетки. Я планирую сделать пирог такой, поселить пленку, то есть мелкие разрушенные участки демонтировать, хорошо подмести, поселить пленку и выставить маяки, и по этим маякам уложить раствор. Ну, раствор, как я сказал, планирую сделать СПС с плиткой, с цементом, то есть с плиточным клеем и фиброволокном. Да, еще предварительно, прежде. Ну, насчет пленки я не знаю, может, не стоит стелить пленку. Еще подумаю. Прежде чем перед маяками, прежде чем установить маяки, я, скорее всего, вот эти ямы, которые я сейчас расковыряю, зашпаклею тем же раствором. СПС и плиточный клей. Кстати, отсюда вот такой вид на Балаково. Это Саратовское шоссе. 4-й Б микрорайон. На первом этапе я выровняю основание. Стяжка, старая стяжка проморожена, разрушена, но я всю не стал разбирать, так поковырял немного. Теперь выровняю основание, потом начну делать основную стяжку. Более-менее, чтобы ровно было, без всяких вот этих перепадов и ям. Thank you.
Я решил взять точку с порога и от нее выставить уровни по всей площади балкона. То есть я сейчас выставил 4 маяка, по ним из раствора сделаю направляющий и буду стягивать как бы как по живым маякам, или называется. А пленку я положил не только для гидроизоляции, но и для того, чтобы стяжка была как отдельная плита, потому что в основании непрочная, много трещин, и все эти трещины без пленки вылезут наружу на новую стяжку. То есть она до стяжки полопается. Кроме этого, я сейчас буду применять вот такую фибру. Но сыпать ее буду на глаз. Она рассчитана здесь на куб бетона, на куб раствора. Но у меня, наверное, меньше будет. А, вот у меня где-то 0,2,5 куба. Вот такой состав цементной смеси. У меня где-то, ну вот, ЦПС состоит из 9 лопат песка, 2,5 песка цемента и где-то 4 мастерка плиточного клея, плюс фибра, волокно, которое будет работать как сетка. Более прочной будет стяжка и не даст лопаться, меньше будет трещин. Вот такие маяки, по которым буду сейчас стягивать. Ну, один кривой получился. После этого стяну здесь и на выход пойду отсюда.